Всем привет! Сегодня хочу ответить на вопросы эстафеты, которые передал мне канал «Золотое перышко». И еще раз приглашаю на прогулку, на которой я была не так давно по лесу. Вопросы таковы. Как меня зовут? Зовут меня Ирина. Как я отношусь к выражению «снять с себя рубашку и отдать нуждающемуся»? А хорошо отношусь я к этому выражению, потому что я очень часто так делаю. Но последнюю отдам, конечно, своему сыну и его семье, своему внуку. Как я отношусь к поговорке «делай добро и бросай воду»? Опять же, хорошо я отношусь к этой поговорке, потому что «делай добро, и оно рассыпется бисером». И этот бисер все равно прилетит к тебе и окружающим тебя людям. Или возьмем, бросили мы в воду камушек. И пока по воде от этого камушка пошли большие-большие круги, их много-много-много. Поэтому делать добро, конечно, нужно. Следующий вопрос. Прямой ли я человек? А вы знаете, ответ будет короткий. Скорее да, чем нет. Что для меня правда? А вот на этот вопрос у меня интересный ответ. Потому что у каждого правда своя. И несмотря что ситуация одна, а люди вокруг нее крутятся. Многие, а правда-то у каждого своя, потому что каждый имеет свое мнение. Каждый имеет свой взгляд на происходящие события, и поэтому эта правда у каждого своя. Таков будет мой ответ. Следующее, как я отношусь к высказыванию. Если нужна ложь, чтобы показать зло, чтобы наказать зло, то и ложь становится правдой. А вот здесь я хочу сказать, что я просто не переношу ложь. Во благо она, не во благо. Всегда своим детям говорила: ну зачем ты лжешь? Тайное всегда становится явным. Но только оно потом будет еще горше. Это явное. И не зря же существует поговорка: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому мой ответ ясен, да? Никакой лжи. Никакой лжи. Никакой лжи. Так, следующий вопрос. Мой большой грех. Мой большой грех в другом месте, на исповеди. Наверное, нужно объясняться на эту тему. Ну, а грех, который совершают все люди, иногда бывает такое жесткое, резкое слово. Это мой грех. И никуда от этого не деться. Следующий вопрос. Люблю ли я сплетни? Ой, очень интересный вопрос. Но честно скажу на этот вопрос такой ответ, что мне сплетни сплетать некогда. Я 24 часа в сутки занята. И сплетать сплетни мне не с кем, потому что у меня нет лавочки возле подъезда, где собираются бабушки. У меня и подъезда нет. У меня есть широкая улица, где живут соседи, каждый за закрытой дверью. Ну а посплетничать, допустим, если мы собираемся со своей семьей, с моими сестрами, то это не сплетни. Это просто другая немножко информация будет и другое название всего этого. Ну вот, как-то так. Теперь мой девиз по жизни. Мой девиз по жизни. Это последний вопрос. А девиз мой по жизни таков. Как бы я люблю делать людям добро, иду всегда на помощь. И как бы хочу, чтобы все люди были рядом такие же. Иногда, конечно, бывает всякое в жизни. Всякое. Ну, конечно, желательно, хотелось бы, чтобы вот то, что мы делаем в жизни, и никому не навредило. Ну, скорее всего, я вот так отвечу на этот вопрос. Если делаешь добро, чтобы оно было не во вред ни тебе, ни людям. Но есть но. Не каждый так считает. Поэтому те вопросы эстафеты, которые вот я ответила, это мы отвечаем за себя, а со стороны, может быть, совершенно все выглядит иначе. Может, люди о нас думают совершенно по-другому, нежели мы сами о себе. Ну вот, все, что я хотела сказать. И коль это эстафета, значит, она должна передаваться. А тому, кому я хочу передать эстафету, будет написано в комментариях. Так что читайте, пожалуйста, комментарии. И
Возможно, вы увидите название своего канала, кому бы я хотела передать эстафету. Всем всего доброго и до новых встреч. Пожалуйста, ответьте на эстафету. Я тоже вот немножко задержалась, потому что были обстоятельства у меня, которые не позволяли иметь такое настроение, чтобы ответить на эти вопросы. Если будет у вас такое же настроение или обстоятельства, ну попозже ответьте. Ну, ответьте все же. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока-пока.